В оранжерее Московского ботанического сада распустились тысячи тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов. Ароматные бутоны появились на 2 месяца раньше природного срока. Об этом и других интересных утренних новостях расскажут ведущие программы «Отличное утро» Ксения Юдина и Сергей Бакичев. Сегодня утром мы приготовили вкусные хачапури. Возьмите рецепт на заметку, не бойтесь, они диетические и не повредят вашей фигуре. В проекте «Родное слово» узнали о роли мягкого знака в словах, а также что такое демарш. Присоединяйтесь, будем учить русский язык вместе. Фамилия Сидоров – это русский аналог греческого «Исидор», означающего «слуга богини Изиды». Подробнее о происхождении в проекте «История одной фамилии». Героиня рубрики «Мое хобби» Элеонора Жук рассказала о своем творчестве и даже открыла несколько секретов живописи. С ними любой новичок сможет создать шедевр. Пропустили самое интересное? Не переживайте. Все материалы программы «Отличное утро» вы можете посмотреть на сайте свойрегион.тв, а также включайте наш канал ежедневно по будням с 6 до 9 утра.